Виталий, приветствую тебя. После выходных снова на финансовых рынках. В понедельник это очень хорошо, прям со старта торгов. То есть мы можем предложить конкретные торговые рекомендации, прежде чем трейдеры окунутся в трудовые будни. Сегодня о чем мы с тобой поговорим? Какие у тебя идеи подготовлены? Так, я думаю, сегодня скажу мнение по австралийскому доллару, также мнение по евро-доллару, потому что у меня по евро-доллару смешанные, скажем, чувства, да, и, возможно, там, скажем, добавлю к евро-доллару еврофунт, это, скажем, как дополнение к нему, там есть идея какая-то, ну и, возможно, дополнение... По фунту что-то могу сказать, да. Ну, супер, супер. Очень хорошо то, что нам удается с тобой вот раскрывать такой большой ассортимент торговых инструментов. Я, опять же, обращаюсь к нашей аудитории. Если есть, опять же, пожелания, пожалуйста, в комментариях. Мы иначе не поймем, кроме как по вашему фидбэку, что требуется. И, как вы прекрасно понимаете, готовы вносить любые изменения, опять же, для того, чтобы вам, друзья, всем угодить. Виталий, ну что, давай по старинке начнем сегодня с меня тогда. Я быстренько по старым идеям и что интересного вижу прямо сейчас. Демонстрация экрана тогда. Так, секундочку. Ты мне тоже только дай фидбэк. Пошла демонстрация, нет? Да. Отлично. Так, ну что, мои прошлые идеи касались индекса американской валюты. Я его активно покупал, и в частности, уже мы находимся в плюсе, потому что сделка была buy limit с уровня 99.10, соответственно, если делать акцент на сохранение, точнее, восходящей динамики, точнее, извините, 99.70 мы покупали с этого уровня. Почему индекс американской валюты должен расти? Потому что я приводил в качестве аргументов крайне слабые макроэкономические отчеты по штатам, и очень показательная была неделя, когда у нас сразу и промпроизводство, и заявки, и розничные продажи, то есть это сразу три яблока было выбито, все сектора реально указывают на серьезный спад. Это к вопросу о том, что очень скоро, когда нам с тобой посчастливится говорить об окончании эпидемии коронавируса, мы вынуждены переключим свое внимание с кризиса общественного здравоохранения, который развивается сейчас, на самый настоящий экономический и финансовый кризис, который будет проявлять себя точно так же, как вот мы видели в 2008 году. И тогда американская валюта очень неплохо росла. По этой причине я считаю, что мы можем увидеть повторение нечто подобного сейчас. Поэтому по индексу тех, кто держит длинные позиции, еще мы до тейк-профита не добрались, здесь, прошу прощения, здесь, конечно же, длинные позиции остаются в приоритете. А вторая идея касалась рынка нефти, продажи. Мы продавали с уровня 28.10, вот как раз вот на этой отметке. Ушли ниже, сейчас 27, уже 20, то есть фактически больше 2% уже профита. Я рекомендую держать, потому что тенденция остается прежней. Рынок нефти валится на все тех же самых страхах и причинах. Это падение спроса и рост предложений. Я вот, опять же, на брифингах, когда комментирую ситуацию вокруг нефти, делаю акцент еще на то, что эти проблемы не просто сохраняются, они продолжают усугубляться. Мы видим, насколько сильно падает спрос, мы видим, насколько сильно это падение спроса не соотносится с усилиями стран ОПЕК+, плюс по сокращению нефтедобычи. И плюс ко всему, еще не нужно забывать про ценовую войну, которая ведется между Саудовской Аравией и Россией. И вот буквально последнее, что мне удалось увидеть на рынке нефти в плане новостей, это то, что к ценовой войне в плане предоставления дисконта для партнеров из Азии и Европы присоединился еще и катарский производитель. Я думаю, что это какие-то скоординированные совместные меры Ближнего Востока по выживанию России именно с геополитической карты энергоресурсов. Как будут обстоять дела с конкуренцией и на что будет готова пойти Россия, я не знаю. Но мне кажется, что мы увидим еще донные уровни и, возможно, даже гораздо ниже 25 долларов за баррель. Тем более, что в эту среду у нас, как раз когда мы с тобой еще увидимся, перед отчетом будут данные по запасам нефти США. Там я ожидаю очередной прирост, а то, что
запасы растут темпами угрожающими, что свободных ресурсов уже, точнее, хранилищ нет, это еще один аргумент в пользу того, что переизбыток, он просто тотален. Поэтому здесь держим короткие позиции. И что касается сегодняшних идей по евро-доллару, хочу предложить сделку sell limit с уровня 1.0910. Вот, кстати, по совпадению здесь проходит примерно на этой отметке и скользящая средняя 137-го периода. Это, пожалуй, один из немногих индикаторов, на которые я обращаю внимание. Почему евро будет снижаться? Потому что только что обрисовал ситуацию с индексом доллара, то есть индекс доллара и укрепление американской валюты будет давить на главный валютный риск. И еще вот сегодня также читал интересную статью со ссылкой на JP Morgan, то, что они ожидают снижения евро к уровню 1.06 и в качестве аргумента приводит начало серьезного политического хаоса в рамках валютного блока, поскольку очевидный сейчас очевидный факт отсутствия политической солидарности может поднять вопрос о выходе какой-нибудь дополнительной страны из состава ЕС. Я думаю, что это, возможно, произойдет уже к концу 2020 года. Ну, разумеется, сам выход вряд ли случится, но вопросы дальнейшего развала ЕС, они будут подниматься все чаще и чаще. Завтра у нас ZU, это индекс бизнес-оптимизма по Германии. Ожидаю слабые цифры и жду, собственно, в связи с этим давления на евро. В качестве стоп-лосса можно поставить уровень 1.0980, это примерно вот на вот этой отметке, как раз здесь проходит хай с середины месяца, а в качестве тейк-профита уровень 1.07, чуть поскромнее, чем JP Morgan, который ориентируется на отметку 1.06. И что касается фунта, здесь тема и рекомендация схожая. Фунт, кстати, очень активно валится в рамках текущей торговой сессии. Я рекомендую все-таки дождаться еще дополнительной коррекции наверх и, как по аналогии с евро, покупать через sell limit с уровня 1.2510. При этом стоп-лосс поставить на уровень 1.2590 и ждать пару в качестве тейк-профита на отметке 1.23 и даже пониже. Причина, в принципе, схожа. Это рост и укрепление курса доллара. И еще второй момент, он связан непосредственно с макроэкономической ситуацией в рамках Англии. Управление бюджетной политики прогнозирует спад экономики Англии больше, чем на 35% во втором квартале. Каждый день английская экономика теряет больше 1,5 миллиардов фунтов. Мы знаем, что до сих пор есть еще и неясности, связанные с политикой относительно процесса Брекзита. Очень долго мы ориентировались на голосование и то, что этот процесс будет упорядочен. Но из-за коронавируса сроки едут. Я думаю, что Англия все-таки выйдет из состава ЕС на жестких условиях, о которых все чаще будут говорить поближе к концу 2020 года. Я вообще хороню на самом деле фунт и жду его ниже уровня 1.20, но сейчас давай придерживаться более скромных ориентиров на отметке 1.23. Так, Виталий, передаю слово тогда тебе. Спасибо. Так, сейчас. Так, видно, демонстрация экрана? Видно, видно. Так, всех приветствую еще раз. Сейчас поговорим о предыдущих идеях, которые я говорил, упоминал. Расскажем о новых идеях. В принципе, они не сильно отличаются от твоих, но, скажем, есть там какие-то нюансы, которые мне не понравились по поводу вот этого снижения по евро-доллару. Сейчас мы к нему дойдем. Итак, в прошлый раз я еще сквозь упомянул по криптовалютам, что я, как еще с самой первой нашей битвы, говорил о лонгах по биткоину, что он продолжит свое движение наверх. Он, скажем так, немножко подрос, все там несколько сот долларов с пятницы, но очень хорошо себя показал эфир. Он достаточно такой волатильный инструмент, выстрел там почти на 10%, там около 7-8%, очень показал неплохой рост. Дальше, о чем я еще говорил, мексиканский доллар аналогично, в принципе, удерживает уровень 23.80, но, скажем, понемножку его выкупают, пока по нему, скажем, соблюдаются лонги, но нахожусь вне рынка. Дальше, что еще осталось? Brent. Моя идея была в прошлый раз по Brent. Скажем так, вылетело в прошлый раз с головы мысли, почему я говорил Brent long. Хотел, скажем, наперекор тебе пойти
Так как была идея, а на самом деле интерес был к натуральному газу, потому что вот в принципе Light и Brent прошлой неделе они снижались, но натуральный газ, вот я сейчас переключусь на график, он, скажем, в четверг показал достаточно хороший импульс контртренда. Я думал, что будет такая засада и по нефтянке, да, что будут выкупать. Какие здесь новости по газу пошли, я не знаю, но в принципе от импульс четверга, который он пятницу продолжил себя и показывает, скажем, какое-то восходящее движение. Поэтому переключусь на бренд. В принципе, я говорил цены покупки вот этот канал, да, его пытались как-то выкупить, но уровень 28.80, твои продажи не смогли никак его пробить наверх, и поэтому вижу, очень сильно нефть на данный момент зажимает вниз. В принципе, если будут пробивать, скажем, 27.15, и очень нужно внимательно наблюдать за этим уровнем, если его пробьют вниз, если будет закрепление, то в принципе солидарен с падением, но, скажем, чтобы здесь не попали на ловушку, как по натуральному газу, что просто падали себе и пошел сильный импульс вверх, да, поэтому пока я буду вне рынка по нефти, подождем, как ты сказал, среды, там будут уже новости, и, возможно, новости будут вечером, как всегда, и, возможно, до новостей что-то будет рисоваться более понятно, я уже скажу, поэтому пока по данному сорту я вне рынка, но с какой-то, скажем, долей вероятности верю в лонг, скажем, наперекор. Поэтому пока вне рынка, да. Дальше. Что еще было у меня? Была у меня доллар-иена. Доллар-иена, я говорил об покупке, да, в диапазоне там 107.70 плюс-минус. Вот эта проторговочка, которая была, ее, скажем, в пятницу пытались выкупить, но продавили вниз и, скажем, на сегодня ее выкупили. Стоп-лосс, я говорил, ставить за минимум четверга, его не снесли, здесь видно хорошее поджатие, и сейчас цены пока сохраняются в лонг, есть по некоторым счетам я сохраняю свой лонг, по некоторым я неплохо, скажем, усреднился в пятницу в рамках вот этого импульса локального, и вот этого поджатия здесь на минимумах докупился, но в пятницу, скажем, по одному счету я порезал все позиции, они практически в ноль вышли здесь. Но пока удерживаю свою позицию, скажем. Это не основная идея, скажем, на сегодня то, что я сохраняю пока позицию частично в лонг по данному инструменту. Чтобы здесь был дальнейший шорт, нужно, скажем, провалиться ниже вот этих минимумов, которые у нас есть пятничные, четверга, там 107.15, 107.30, ниже, поэтому дальше я буду уже говорить о шортах. Пока сохраняются лонги. Дальше. Евро-доллар и еврофунт в связке, скажу сегодня. В принципе, мы говорили в прошлую пятницу с тобой о шортах, точнее, рост индекса доллара и евро-доллар, я говорил, что смотрится в шорт, он, в принципе, локальность немножко отпадал, я думал, что он будет больше падать, но, скажем, остановился на минимумах на четверга. И дальше. Мне не понравился вот этот выкуп, он достаточно такой сильный, хотя там не говорит прям о лонгах каких-то явных, но указывает, что здесь шорты, скажем, еще сохраняется, но они уже такие 50-50. Uh-huh. Поэтому не исключаю такой стратегический вариант лонга по евро, скажем, с текущих, возможно, купить. Это моя идея на сегодня 0,8, там, 50, 0,8, 60, да, вот этот диапазон, который мы сейчас торгуемся. И стоп-лосс можно, скажем, поставить за минимум. Пятница это 0,8, пусть будет 0,8, там 10. И это один вариант стоп-лосса. И для кого это большой стоп-лосс, можно, скажем, пробовать где-то в районе там 0,8-30 ставить стоп-лосса. С надеждой, первое, это добить твою лимитку, скажем, это краткосрочно так сыграть. И второе, возможно, посидеть без убытки, если мы пойдем в рост. И с вероятностью добития стоп-лоссов,
В район 0, там сколько, 0,9 получается. Так, получается 0,980. И не исключаю, скажем, очень сильного роста по евро. Скажем, вот это такой стратегический вариант. Очень сильно, что мне не нравится, также то, что вот это снижение, оно, в принципе, импульсное, и оно будет явным, что здесь будут, скажем, ломать вот этот нисходящий тренд. В него я тоже верю, после только пробития вот 0,9, ну, точнее, давайте 0,10, да, если будет цена достигнута, то здесь уже, возможно, явный более будет лонг. Поэтому пока становимся на лонгах. Рискну в таком формате. Со стоп-лоссами, да. Я сам немножко прикупил сегодня с утра с небольшими стоп-лоссами. Буду наблюдать, потому что есть вероятность, что мы можем даже с текущих падать, как и, в принципе, по фунту. Да? То есть я думаю, что уже даже вот тот вариант лимитки, который ты говорил, по фунту мы можем уже даже не достигать, просто сейчас валиться, будут засаживать вот этих покупателей, которые здесь пытаются выкупить. То есть один раз выкупили, второй, третий, и просто будем падать. Поэтому тоже не исключаю этого по евро. Так, это евро-доллар. В принципе, ситуация озвучил. Еврофунт. Почему еврофунт? Вот за ним наблюдаем с ребятами с прошлой недели. Ждаем здесь лонг. В принципе, можно с текущих покупать. У нас получается 0,8720. Секущих покупать, стоп за минимум, это получается около 40 пунктов, 0,8680. С надеждой на то, что, скажем, кросс-пара, как это будет ходить, фунт будет более сильно валиться, евро или более медленно, или, скажем, будет стоять на месте или подрастать, скажем. Но фунт, он более волатильный, я думаю, что он утащит своим падением вот этот еврофунт, то есть плюс такое двойное дно неплохое, он утащит наверх. Цели по еврофунту это будет 0,8750, это первый, и дальше, скажем, в район 0,8780, и дальше не видно, 0,8860. То есть вот такие три цели, даже, думаю, возможно, ну, в принципе, это такие неплохие цели вот эти все. Поэтому пока евро-доллар лонг, евро-фунт лонг. И, в принципе, ну, фунт, я так сказал, вскользь, что, в принципе, согласен с шортами, что они, скорее всего, здесь будут. Но пока буду наблюдать. И, в принципе, добавлю такую третью, скажем, это вторая будет основная идея, как еврофунт, это будет дополнение к евро-доллару, хедж такой возможный. И добавлю австралийский доллар, так как был в прошлых комментариях, был запрос по Audi, австралийскому доллару и S&P 500. Ну, сегодня добавлю только австралийский доллар, потому что есть достаточно интересная такая идея, что здесь формируется лонг с перехаем вот этого уровня 0,6445, пусть будет, да, покупки, возможность текущих, так, вот этот квадратик, то есть это диапазон покупок, пусть будет, кто когда посмотрит, 0,63, допустим, 35 на 0,6360, то есть он такой небольшой диапазончик, с текущих возможно покупать, стоп-лосс поставить, скажем, ну где-то в диапазон, возможно, конечно, за минимум пятницы, но главное, чтобы его не, скажем, не сбили, это давайте 0,6300 пусть будет стоп, такой небольшой. В качестве более надежного сигнала по австралийскому доллару, это если мы сегодня не упадем, а закроемся, вот такая будет свечка, скажем, красная с пин-барчиком, в таком случае здесь будет с довольно большой вероятностью сохраняться лонг, если сегодня не, скажем, его тоже я прикупил небольшим объемом, как и евро-доллар. И цели, как я уже сказал, ну, локальные называть не буду, будем надеяться, давайте одну цель поставим, это 0,6440 пусть будет, да. Пока сыграю против индекса доллара, в таком ключе, так.
Спасибо тебе, Виталий. Большое количество рекомендаций. Больше инструментов, конечно, не меньше инструментов, наверное, еще лучше. Тогда итоги будем подводить уже в следующую среду. Да. Большое тебе спасибо, что смог найти время. Спасибо. Уделить в понедельник. Тогда до скорых встреч. Всем пока. Все, удачи, Артем. До свидания. Пока.